13 февраля по приглашению настоятеля храма в честь Вознесения Господня в поселке Пашковском города Краснодара настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов с рождественскими казаками участвовали в божественной литургии в Вознесенском храме. Казаки читали часы, участвовали в пении ектении и антифонов, читали святоотеческие поучения, исповедались и причастились святых христовых тайн. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Храм – это не только место для молитвы, но и возможность новых знакомств, налаживания добрых взаимоотношений, взаимоподдержки, а также сохранения казачьих традиций. Так, во время этой поездки казаки рождественского храма встретились с представителями пашковских казаков. Братья казаки, я намеренно в притвор вас привел сейчас вот под плиты, вы знаете, тех самых пашковских казаков, которые в свое время старый храм здесь закладывали. Так вот, то, что вы сегодня приехали и помолились вот так соборно, с нами, пусть нас немного пашковских сегодня было здесь, но нам и нам, а уж им так во сто крат приятно, не ликуют сегодня. Поэтому спасибо вам, пашковчан, за то, что вы приехали. Вот, это действительно благое, хорошее дело. Быть православным казаком значит не только носить форму и дежурить в храме. Нельзя быть казаком, не исповедоваться и не причащаться святых христовых тайн. Быть казаком значит быть в храме всем сердцем, хранить веру, жить по заповедям Божьим, любя ближнего и любя наше дорогое Отечество. Большинство из казаков в будни недели трудятся каждый в своей профессии, а воскресный день посвящают Богу, тем самым исполняют четвертую заповедь. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й посвяти Господу Богу твоему. Казак без православной веры – не казак. Православие всегда было для казаков внутренней духовной основой. Поэтому, принимая присягу перед крестом и святым Евангелием, они приносят клятву служить вере православной, Отечеству и казачеству. Это значит, прежде всего, быть православным христианином, находиться в послушании у Матери Церкви и быть готовым к защите своей Родины.